Привет, с вами Соня, и вы на моем канале. Надеюсь, вы прочитали название этого видео. Сегодня я буду делать косичку из 3 прядей. Она очень простая. В прошлом видео я делала косичку из 4 прядей. Косичка из 4 прядей. Вот косичка из 4 прядей. В прошлом видео вот такая красотюха была. Но сейчас я ее расплету. Я сейчас расчесу волосы. Вот, я уже расчесала волосики. И резинка нам понадобится. Отделяем 3 прядки. 1, 2 и 3. И плетем косичку. Сначала берем 1-ю прядку, кладем на 2-ю. Теперь мы берем 3-ю, кладем на 1-ю. И так вот плетем. И вот так вот плетем косичку. Берем резинку и делаем вот эту вот зацепку. Картофель фри, молочный коктейль и пирожок стоят теперь по 50 рублей. Все просто, 5 по 50. Ну и вот, косичка из 3 прядей готова. Делать очень просто, делать всего за 5 секунд. Можно даже кончики расчесать. Всего лучше эта косичка делается тогда, когда она когда вы сделали завитушечки, гофре сделали, вот это намного лучше. Ну а если вы куда-то спешите, а хвостик делать неохота, а хочется сделать какую-нибудь прическу помоднее, то этот вариант подходит вам. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите самый лучший комментарий, и те, кто напишет самый-самый лучший комментарий, я буду выкладывать фотографии из своей жизни на YouTube и ВКонтакте, а мой контакт, то есть я ВКонтакте, будет ссылочка в описании. Так что подписывайтесь и смотрите мою жизнь. Так что пока!